Ну привет. Воду-то горячую мне опять отключили. Я злая теперь. Где же ты, горячая вода? Расскажи мне, почему я должна ждать тебя? Но почему я снова в выходной свой клёвый должна сидеть без горячей воды? И вот звоню по новой, водоканал по скорой, но трубку не берут они. Что мне делать, как быть, как же тут не ныть, ведь так обидно. Я хочу закричать и наконец узнать, где же ты, горячая вода? Расскажи мне, почему я должна ждать тебя? Сколько ты будешь мучать меня? Я уже недели две выживаю без тебя.